Кто говорит, что одному играть в футбол неинтересно? А нет, даже очень интересно, как, например, вот этому пузатому мужичку. Хотя, судя по видео, у него был партнер по команде. Даже был судья и зрители, что говорит о том, что это был официальный матч. Но тогда зачем этот мужичок начал атаковать свои ворота? Или это был какой-то другой футбол со своими, скажем, правилами, которые придумал сам этот мужичок? А суть правил такова, кто больше забьет голов в свои ворота. Но и тут, я думаю, мужичку, точнее его команде, не победить. Еще благо в штангу попал, а не в машину. А то пришлось бы доплачивать за аренду. И именно из-за таких футболистов страдают в первую очередь дети, так как эти мужички снимают в аренду поле, а детей выгоняют на улицу. К сожалению, такова жизнь, кто платит, тот и заказывает музыку. В нашем случае это вот эти персонажи. Он бетеорой!